Всем привет! Вы на канале Twinkie Time. Мы продолжаем проходить... Что такое? Хогвартс наследие. Сейчас было долгое обновление какое-то у меня, но оно вроде бы небольшое. Наверное, просто пофиксили какие-то баги. Вот типа того. А, нам нужно, короче, я говорила, что мы сначала выполним вот это задание. Давайте выполним, чё? Сторонники Ранрока держат в страхе весь верхний Хогсфилд. Так не должно быть. Понятно. Давай. Простите, мне послышалось, вы говорили о сторонниках Ранрока? Говорила. Никогда бы не подумала, что они настолько опасны. Кстати, меня зовут Клэр Бомонт. Приятно познакомиться. Радрок и его последователи разбили здесь лагерь. Их не забудет. Заботят, как и на что мы будем жить с такими соседством. Они беспощадны. Мои братья Бардольф осмелился пойти против них и в итоге попал в больницу Святого Мунга. Ума не приложу, что делать. Ой, блядь. Дико извиняюсь. Ну вот, да, так вышло. Как ваш брат Бардольф попал в больницу Святого Мунга? Он целый день вручную собирал травы и корень для нашего магазина. Когда явилась свора Ранрока, потребовала, чтобы он отдал урожай, и Бардольф отказался. В ярости они швырнули его так, что он ударился о камень, а потом обобрали до нитки. Когда его выписали из больницы, Бардольф поклялся отомстить. Я боюсь, что он может заняться такой магией, которая потом пожалеет. Вы говорили, что сторонники Ранрока разбили лагерь где-то поблизости. Не подскажете, где именно? К югу отсюда, за рекой. Я слышала, что в каждом лагере у них по несколько гоблинов. Я боюсь там показываться. Понятно. Почему бы вам просто не уехать отсюда на какое-то время? Верхний Хогсфилд мой дом. Вы думаешь, Бардольфом выросли? Нет, мы выстоим. Как только мой брат вернется, мы решим, что делать дальше. Я уже знаю, что делать дальше. Я знаю. Сейчас мы... Он отправился к Виктору Руквуду. Мне это не нравится, но вдруг он сможет нам помочь. Виктор помочь им не сможет, зато сможем мы. Да. К сожалению, мне доводилось иметь дело со сторонниками Рандрака. Может, я смогу вам чем-то помочь? Я была бы счастлива, если бы они получили по заслугам, но не хочу, чтобы с вами что-нибудь случилось. Прошу вас, будьте осторожны. Угу. Да, так. Это неправильно, что вам приходится жить в страхе, ведь это наш дом. Нам. Блин, а ну да, я с тобой поговорю, поторгую. Ситуация хоть как-то улучшилась? Увы, нет. Я поняла, я еще ничего не сделала, чтобы она улучшилась. А можно мне просто продать? А, нельзя. Хорош. Где? Далеко? О, близко. Хорош ситуация. Дать на чай. Благодарю. Ну, пожалуйста. Просто 10 евриков потратила. Ну хорошо. Давайте пойдем выполним вот это вот. Вот это сюда. Фух. Я пока сидела на этой паузе, для вас прошла 1 секунда, а я отвечаю. Я... Кто-то что-то шептал? Мне показалось, кто-то что-то шептал. Но. Я вроде не в фазмофобии, а что происходит? Ну ладно. Вот это нам сюда. Сейчас что-нибудь придумаем. Один из лагерей Ранрока, в точности, как писала мадам Бомонт. Бомонт, яхс. Сейчас все будет. Волшебники бегут в страхе, как им положено. А ну-ка отвали. Вот так. Изи. Ой, не то. Велио. Никто. Никого нету. Да блин, не то. Чуть-чуть нажимаю.
Хватит налегать на пудинг. На днях я принял тебя за тролля. Да как так? А ну-ка еще раз сядь. Все, незаметно. Нет, не пофиксили. Вы просили меня проверить, вот я проверила, нет. Не работает это во время боя, но, возможно, мне просто нужно отойти подальше, типа. Типа того. Я хз. No. Да, вот так. А что мы тут... Рандрак всех вас обманул. Печальный конец. Минус один лагерь. Да ну блин, я не могу ничего нести. Это вообще очень грустно. Капец. Что это? Деньги? Почему я деньги не могу нести? Это отвар. А ну покажи мне инвентарь быстро. Снаряжение. Вот это мне не надо. Это я уничтожу. Все зеленое я, наверное, уничтожу, потому что... Ну, или не все. Ну, ладно, пока пусть так. Да-да-да-да-да. Давай. А, я не могу больше рябинового отвара нести. Ой, блин. Ну, ладно. Так, ну чё? Дайте записочки мне какие-то, я почитать люблю. Блин, я так сильно хочу бумажные книги на украинском или на русском. Я не знаю, мне уже все равно. И типа, потому что... английский я знаю не на такой уровень, чтобы читать книги пока что. Ну, плюс-минус. Ну, по крайней мере, нормально не могу. А здесь я могу купить только английский. Капец, что делать? Как жить без книг? Мне просто нравятся бумажные книги. Намного больше, чем... Чем... Блин, как это называется? А что это там за домик такой? Интересно. Намного больше, говорю, нравятся бумажные книги, чем электронные. Блин. Это вообще плохо. А что это у вас тут? Что это? Дайте. Да. Убийство. Никого нет, блин. Да не то. А далеко. Вот же скотс. Вот так. А ты вообще нормальный? А что це було? А чого? Ой, я выйду откуда вы? Дайте. Ладно. О, я выполнила там какое-то задание. Да. Я еще и успеваю на ходу что-то собрать. Я так ору с этого их ноу. Еще? Что это за посмертные? О, а, все. Мадам будет рада, да. Что у вас тут? Покушать, да? Покушать. Все шо? Это чикен. Или нет? З. А подождите, а что? Тут прям вообще ничего нету, а вот там вот что? Это арена, да? Это арена? Подожди, я не помню такой значок. Дайте посмотрю. А, это древняя магия, это я пошла. Это давай... Это давай сходим. Интересно, кто тут жил? Так, там что-то интересное. Угу.
Ну давайте сходим. Чё, раз мы тут. А как зайти? Тут можно? Можно залезть? Залезть! Может, нужно что-то? А, вот же. Да, да, да. А чё, она так беззвучно упала? Или мне кажется? Я не знаю, зачем, но раз... Типа это... То надо. Наверное, вот сюда мне? Давай прыгаем. Чё, нормально. А у меня места нету. А, есть немножко. Ну, зеленое подобрала. Ну да. Ну, в принципе. Вот это вот мы сейчас уберем. Зеленое. Оно все одной цены, типа, по цвету. Почему? О, фиолетовое. О, кстати, лучше, чем у меня. Покажи. Ага. Ага. 59, вот это хорошее. Вот так. Да. Да, хорошо. Что происходит? Я не понимаю. Что-то еще тут есть? Вот так вот. Так, мы зачистили? Или... Не могу понять, все ли мы нашли. Там очаги вот эти древние магии, это все? Оно будет написано, зачищено ли? Походу, не все. Как понять, что все? Курица. Бегает. Не знаю, не знаю. Или все. А, да все, все, наверное, да. Ладно. Я увидела на карте меточку, что здесь еще есть торговец прямо возле меня. Ща я ему все и продам. Или торговка, я хз. О, 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 бегу. Бегу к тебе. Упсек. Леопольд? Метла, небесная коса. А, покажи. А я хочу посмотреть на нее. Ну ладно, давайте продаем все. Продать. 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 Я не хочу... Я не могу продать все предметы, да? Ну, типа, все за раз. Да, ну, походу, не могу. Ну, ладно. Вот так. Теперь у меня есть куча места. Да и задание я тоже выполнила. Где? Недалеко. Побежали. Че это за домик стоит тут у нас? Что это у нас за домик? Хочу зайти. Ой, кошечка. Домик с кошкой? Мяу. Ты тут живешь одна? Пердита Стрикс. Would you mind helping a poor old witch? Мне ее имя, ну, блин. Can you help me? Я тебе помогу сейчас, но сначала я схожу все-таки. Ой, какое дерево красивое. Все-таки пойду сначала отдам задание. Сдам. Пердита. Я сейчас вернусь. Секунду. Пердита, я уже в пути. А почему я не лечу, собственно?
Я же могу просто лететь. Так. А что такое? Взаимодействуй. А как взаимодействовать? А что не взаимодействуется? Не знаю. Ладно. Здравствуйте. У меня хорошие новости. Удалось очистить лагеря Ранрака. Вы избавились от них? Но как? Мне удалось застать их врасплох. Когда брат вернется, он будет счастлив это услышать. Вы спасли нашу деревню. Мы никогда этого не забудем. Но я беспокоюсь за другие деревни. В жизни не встречала таких гоблинов, как этот Ранрак и его сторонники. Да, можно теперь мне посмотреть, что у вас тут есть? Я уже все продала, но спасибо, ничего, посмотрим. А, зелья, короче, всякие, понятно. Но мне это не надо. То есть ингредиенты для зелий. Давайте. Ух ты, украшения красивые дали. Давайте тогда сходим к вот этой пердите. Пердита? Вот это тут. Да, это здесь. И у нее тоже задание. Вообще рандомно на нее набрели, ее задание не отмечалось. То есть тут есть задания, которые даже не отмечаются, и я просто должна на них сама, типа, дойти до этого. Как-то так. Наверное. И что? О, привет. Пердита. А, что здесь случилось? Вы еще спрашиваете? Я убеждена, что видела грима при знаменовании смерти. Я в опасности. Но если он меня не увидит, все будет в порядке, правда? Все, что мне нужно, это зелье невидимости. Да, вот и все. Боюсь, мои запасы зелья невидимости иссякли. Советую вам найти безопасное место и соблюдать особую осторожность. Безопасное место и осторожность. Что ж, разумно. Вы уверены, что у вас нет... Ну, нет так нет. Надеюсь, что грим или то, что он возвещал, не доберется до меня раньше. Ну смотри, я вижу, короче, здесь сзади домика каких-то врагов. И я могу сейчас попробовать достать ей это зелье. Но... Типа, это все, что я здесь вижу плохого. Что ей может угрожать. Зелье не видимо. А почему кошка была черная, стала белая? Волшебная кошка. Вот. Где вы? Вот волки. Удерживайте двух врагов в воздухе 5 секунд. А как я должна их двоих удерживать в воздухе? Не совсем понимаю. А, может, я должна, типа... Хз. Да какой репару? Давайте посмотрим, где можно купить зелье невидимости, в общем-то. А, ну в Хоксмиде, на секундочку. Я больше не знаю, где еще его купить. Фух, урона от падения нет. О, она уже третьего цвета. Ничего себе, какая волшебная. Блин. Это далеко. А может быть, у вот этого чела есть? Я, конечно, не видела. Может, я просто не смотрела. Поэтому ладно. Давайте еще раз чекнем. Скажи, пожалуйста, у тебя есть зелье невидимости? Нету. Блин.
Ну хорошо, ну подожди секунду. Давай-ка, знаешь как? Вот сюда вот установим промежуточный пункт. Сами быстренько взлетаем в Хогсмид, чтобы купить зелье невидимости. Ну, просто интересно, может быть, типа, это квест выполнится тогда или что-то типа того. Я не знаю. Я не в курсе. Откуда мне знать? Мы с вами просто попробуем. Капец, серия почти прошла, а мы за эту серию ничего не сделали. Ну ладно, еще не прошла. Вообще-то 25 минут еще. Неважно. Так, где? Вот это вот здесь. Нет, стой. А, это прям возле меня же. Вот здесь. Можно у вас зелье купить? О, рецепт зелья невидимости. А давайте купим. Давайте все купим. У меня денег нормально, ничего страшного. Ну, уже не очень-то и нормально, не ладно. Зелье невидимости быстро, пожалуйста. Вот, купить. ЗБС. Все. И все. Накупили все зелья, просто чтоб... Просто так. Карта Хогвартса. Нет, не Хогвартса, карта мира. Вот сюда вот. Допустим. Мне просто интересно. Ну? Ща. Анна, ты тут? Да, ты тут, все хорошо. Давай еще раз. Что здесь случилось? Вы еще спрашиваете? Да, да, здание типа в этом состоянии. Вообще-то у меня есть то, что вам нужно. Вот, только не знаю, поможет ли оно вам. Будьте осторожны, хорошо? О, вы просто чудо. Я буду осторожна, и вы тоже берегите себя. Да, теперь никакому гриму меня не достать. И все благодаря вам, доброе дитя. О, это она мне отдала за одно зелье, она отдала мне 3 других. Ну ладно, спасибо и на этом, до свидания. Всего хорошего. И теперь нам нужно пойти наконец-то выполнить задание, которое мы изначально вообще-то шли выполнять. Это вот это заданица. Да. Изучите, есть ли летучее. Понятно, значок означает, что вы не можете сесть верхом. Да. Так, все, наконец-то. Уже должен был быть был вернуться. Наверное, он бывал с темным волшебником. В смысле? Прошу прощения, вы что-то говорили о Бардельфе Бомонде? Да, действительно. Кажется, мы не знакомы. Меня зовут Дороти Спротл. Просто я очень беспокоюсь о брате Клэр Боумонт. Он пропал. Ходят слухи, что он занимался темной магией в запретном лесу. Я сама видела его с приспешниками Руквуда после каких-то развалин. Боюсь, из-за пеплам он попал в беду. Особенно, если дал им обещание и не смог сдержать. Очень жаль. Мне кажется, если уничтожить лагеря Ранрака, он оказался бы от темной магии. Да, вообще-то, ну, я уже вроде как... А, я его не нашла. Ну, я это... Ладно. А что может быть общего у Бардельфа с пепламбами? О, он пережил ужасную стычку со сторонниками Ранрака, а после этого сильно изменился. Поклялся, что никогда больше не будет чувствовать себя таким беспомощным. Думаю, он разыскивал пепламб, чтобы выведать их тайны. Во всяком случае, сторонники Ранрака почему-то не трогают Виктора Руквуда. А может, Бардельф просто сбежал? О, это невозможно. Бардельф всю свою жизнь управлял лавкой вместе с Клэр. Он не мог все бросить. Он обещал вернуться через 2 недели. У меня такое чувство, что с ним что-то случилось. Что-то ужасное. Может, он в плену или еще хуже. Я могу поискать его? Мы будем признательны за любую помощь. Но сперва лучше поговори с Клэр. Думаю, она знает обо всем этом больше, чем я.
Знаю, что в последний раз Бердильфа видели в запретном лесу. На нем был любимый шерстяной свитер, который Клэр ему связала. Агась, теперь у меня такое, типа, связанное задание. Ну, бляха, серьезно? Так, что это такое сейчас было? Сумочка. А можно взаимодействовать как-нибудь с тобой? Мадам Бомонд, можно с вами поговорить? Конечно, буду рада побеседовать. К тому же вы помогли нам избавиться от сторонников Ранрока. Миссис Проттл рассказала мне поподробнее о вашем брате. О, дорогая Дороти. Я знаю, она сама отправилась на поиски Бардельфа, если бы могла. Я не знаю, почему у нее такой акцент и, типа, откуда она, я тоже не знаю, но... Поэтому я не знаю, как ее читать. Она упоминала темную магию, даже Пипламп. Я говорила, что до добра это не доведет, но Бардаль все равно продолжал экспериментировать с темной магией на опушке запретного леса. Я надеялась, что со временем он выкинет это из головы, но однажды он не вернулся домой. Может, Бардаль сбежал? Не может быть. Он никогда не бросил бы меня, но он собирался поговорить с Виктором Руквудом. Это беспокоит меня чуть ли не больше, чем занятие темной магией. По-моему, Руквуд не менее опасен, чем Ранрок. А может, ваш брат взял с собой какую-нибудь вещь, которая поможет его найти? Только свою сумку, дневник и шерстяной свитер, который я вязала. Кажется, все. Я сообщу, если узнаю что-нибудь о нем. Спасибо, вы очень добры. Больше всего на свете мне хочется узнать, где он. Сердцем чую, что он где-то рядом. Но будьте осторожны. Что ж, мне пора. Я ищу твоего брата. Сейчас приду, подожди, сейчас. Не теряя надежды, я уже пошла на его поиски. Давай, полетели. Так. Что за место? Запретный лес, это понятно. Ага, это место с волчиками. Погнали. А, нет, это инфернало. О, они такие огненные, you know. Ничего, сейчас все быстренько мы сделаем, потому что... Да как так? А чё ты меня как увидел? На этом инферниле что, шерстяный свитер? Должно быть это... О, нет, её брат. Ой, секунду, её брат, да... О, нет, ее брат. Я не знаю, может мне его не убивать вообще? Но, может быть, типа не убивать его и свалить по-быстрому. Только вот этих вот добью. Подожди, где он? А, вот он. Вот, остальных можно типа убить, а его оставить. Подожди, где он? А, он стоит, он стоит вдалеке, да, вижу, все, он дальше всех от меня сейчас. Ты что, самый умный? А, нет, он как босс, лол. Он как босс. 25 уровня, ты смотри какой. Не знаю, захочет ли она узнать. Но вообще-то она заслуживает. Все заслуживают знать правду, я считаю. Даже если это правда довольно неприятная. Ну, если они хотят, конечно, слышать. То я не знаю, как это сказать. Но я думаю, что все заслуживают знать правду.
Запись 1 из 2. Мне страшно, это раздражает, но отступать уже поздно. Пару проклятий я уже освоил, но если хочу выучить еще, нужно им подчиняться. Никто не должен понять, что мне страшно. Они уже и так шепчутся у меня за спиной. Меня предупреждали, что этим умным волшебникам доверять нельзя, но сейчас я просто не могу иначе. Мне нужна сильная магия, чтобы защитить себя, Клэр и весь верхний Хоксфилд. Это запись из дневника. Он подслушал их разговор и понял, что они собирались с ним что-то сделать. 1 из 2. Еще должна быть запись. Ищем еще запись. Вот там лежит, я увидела, походу. Что это? Собираю. Тут что? Беру. Так, где-то я только что видела, нет? Я только что видела синее свечение, подожди. А вот. Так, 2 из 2. Омерзительность того, что я видел, не передать словами. Они создали инфернала. Вдохнули жизнь в изуродованный труп. Я пытался не показать своего отвращения, но, увы, похоже, они все поняли. Нужно убедить их, что я не шпионы, что я их не выдам. Если мне не удастся этого сделать, то, боюсь, меня постигнет такая же ужасная участь. Тут говорится об инферналах и о том, что пришла очередь Бартельфа. Я слышу чьи-то шаги, и я вроде как не в фазмофобии, снова же. Но эти шаги такие, типа... А это наверху. Наверху шаги. А, подожди, или это внизу же? А, это внизу, Тут у нас внизу Слушай, я могу их приручить. А, у меня задание на это. В Хогвартсе, походу. А ну-ка, слушай, ну чисто интересно. А, нет, я могу только с прирученными взаимодействовать. А ну-ка, вот так вот. Давайте спустимся вниз, там пещера есть какая-то. И я еще слышу шаги. Или это не шаги, возможно, это что-то в пещере происходит, нет? Вот здесь пещера. Здесь может быть опасно. Стоит вести себя осторожней. Я сама осторожность. Мы просто сходим. Мы просто сходим забрать все, что здесь лежит. И уйдем. Так, здесь не опасно. ХЗ, это здесь стоит для какой-то цели? Что-то с ней нужно сделать? Или она просто здесь стоит? Да вроде как просто. Может, Да не, просто так. Но я все еще слышу... шаги. Непонятно где, но... Ладно, погнали. А мы можем сверху, короче, посмотреть. Ага. Вон там вот... Вот здесь что-то. А что это тут? А, это лагерь гоблинов или кого-то там. Окей. Ну, погнали тогда. Долина Хогсмида. Интересно, кто тут живет. А, Upper Hogsfield. Я надеюсь, что мой брат в порядке. Мадам Бамонт, у меня есть новости о вашем брате. О, умоляю, скажите, что с ним все в порядке. Ну, после такой фразы, конечно, как-то не хочется говорить, да, что типа, что с ним не так, что он помер. А, реально, после такой фразы, о, скажите, что с ним все в порядке. Но и мне кажется, она не поверит. Мне кажется, лучше сказать правду, чтобы она уже не ждала и...
Мне очень жаль, но Бардельфа превратили в Инфернала, и мне пришлось его убить. Что? Но с чего вы решили, что этот Инфернал мой брат? Это же полная чушь. На нем был шерстяной свитер ручной вязки. Нет, нет, этого не может быть. О боже, ты только не умри. Ой-ой-ой. Ну ладно, у нее горе. Мне правда очень жаль, что приходится сообщать вам такие печальные известия. И всего хорошего. Как же я могла тебя спасти? Ну мне жаль. Ну может быть она переживет горе и... Я не знаю, я просто подумала, что ну так, типа, что так лучше, потому что, черно-золотая рукоятка с внушительным наконечником у основания. Ну я подумала так, потому что... О, она уже в порядке, все нормально, горе пережито. Фух, я переживала. Все нормально. Фух. В натуре, все хорошо. Все, горе пережито. Ура. Лучшая маска ever. Вот это еще, конечно. Ой. Что? Ну, это так смешно. А в чем разница? Окей. О, моя sincerest gratitude. Brave soul. Так, все, наконец-то. Nice to see you again, Mrs. Sprottle. Вообще-то, это Сирона попросила меня навестить вас. О, дорогая моя Сирона. Настоящее сокровище. Всегда такой была, сколько я ее знаю. Она сказала, что вам может понадобиться помощь со сбором ингредиентов для отвара. Она права. Мой дорогой Эйден собирал для меня мурлокомлей. Боже, сочувствую вашей утрате. О, благодарю, он был любовью всей моей жизни. Без него я чувствую себя немного потерян. Если вы согласитесь собрать для меня немного мурлокомлей, я с радостью вознагражу вас. Не поверите, но они у меня с собой. О, спасибо, как замечательно. Странствующие торговцы будут рады выполнить запас рябинового отвара. Еще Сирона упомянула, что мистер Спротл собирался принести коробку писем, когда ему стало плохо. А, да, конечно, чуть не забыла. Я нашла ее перед смертью Эйдена. Собирался посмотреть ее вместе с Сироной за кружкой другой сливочного пива. Эти двое всегда были как два лука труса на ветке. А, окей. Эйден стало плохо, когда он собирал мурлокомлей по дороге к Сироне. Он дошел до дома, но, видимо, обронил коробку где-то в пещере. Она находится в горах к юго-западу от нашей деревушки. Соберите мурлокомлей и заодно коробку писем найдете. Сирона сказала, что жила с вами летом, когда училась в Хогвартсе. Какой она была? О, господи, да, практически не изменилась с тех пор. Все такая очаровательная, рассудительная, заботливая. Как же нам было весело, когда они с друзьями навещали нас во время учебного года. Все обсуждали что-то, упражнялись в заклинаниях. Талантливые ребята. Ее подруга Мирабель в садоводстве настоящий гений. Научилась всему своих родителей маглов, представляете? Представляю. Вы помните, что за письма вы положили в коробку? Ну, конечно. Несколько писем моих школьных друзей. Приятные воспоминания. Даже письмо, которое Сирона написала мне в те времена, когда останавливалась у нас. Подумала, ей будет интересно. Когда я читаю письма юности, всегда удивляюсь, насколько же я изменилась и в то же время осталась прежней. Спасибо, мисс Спротл. Вам спасибо, я подожду здесь, пока вы соберете мурлок. Я уже тебе его отдала. Ага. Что такое? Чё? О чем нам еще с тобой поговорить можно? Снова здравствуйте. Здравствуй. Не надо мне ничего напоминать, я все знаю. Все, я все знаю, я иду. Письма где?
На карте покажи. А, это совсем рядышком. Погнали. Это рядышком. Вот, вот это вот здесь. Так. Я, наверное, полечу. Да, полетим. А, я вижу там кучи врагов. А, это другая пещера. Это не то. А, вот пещера. Но здесь тоже, кстати, есть куча врагов. Ничего, ща. Так. Оба. Сейчас все будет. А это браконьеры. Думаю, это та пещера, о которой говорила мисс Протл. Да-да-да. Петрификус. И Таталус, и Петрификус. И на секундочку, я же там получала что-то в коллекции. Нет, в испытаниях. Бой. Это выполнено. Рецепт характеристика снаряжения. Выполнено. Дуэльные уловки. Ну, не очень такая шляпа. О, вот это прикольная. Внешний вид маска из тыквы. Хорош. У нас время заканчивается. Ну, давайте зайдем. О, это тоже собрать надо. Мурлоком. Что там кто разговаривает? А, там, короче, еще внизу. Ладно, потом. Пошли, войдем сюда. Впадина. Впадина. Хорошо. Мисс Протл Может, там еще и Мурла? Зачем ты так быстро это сказала, скажи мне? Нужно осмотреться, поискать коробку писем. Так, хорошо. Ну, вроде бы, это все Мурлакомли. Мисс Протл будет довольна. А ничего страшного такого, что я их уже все отдала, что нужно было? Ничего страшного, нет? Все норм? Так, вот сюда. Залезьте. Ой, ай! Люмос же. А я поняла, можно было просто... Можно было просто зажечь вот это, типа. Типа вот так. И все, больше они сюда не лезут. Да, давай. Там еще вход вверх. Вылези, пожалуйста. А вылези, пожалуйста. А не могла бы ты вылезти, пожалуйста? Извини, пожалуйста, можешь, пожалуйста, вылезти? Блях, пожалуйста. Ты шо гонишь? Ты шо гонишь? Она не вылазит. Она просто не вылазит. Так. Где записать? А ну-ка, сейчас посмотрим. Вылези сейчас же. Не-не, не вылазит. Ну, давайте тогда на этом закончим. Что уж тут поделаешь, я перезагружусь просто в этом же моменте. Да. Я перезагружусь, и мы с вами тогда продолжим уже в следующей серии. Сейчас мы посмотрим, где я появлюсь. Если в воде, надеюсь, она вылезет. Если нет, придется чуть раньше. О! А, понятно. Я надеюсь, оно забралось. Не хочу я еще раз это повторять. Ладно.
Спасибо вам, девчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твиче, также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.